Валар Моргулис, друзья! Съемки 8 сезона «Игры престолов» идут полным ходом. И в данном ролике вы узнаете последние новости со съемочных площадок, слухи и спекуляции о событиях финального сезона. Но перед просмотром ролика хочу вас предупредить, что видео содержит спойлеры. Если вы не хотите знать никаких новостей в 8 сезоне, выключите это видео и посмотрите мой недавно вышедший ролик об Эссосе. В последнем новостном ролике я говорил, что в начале февраля Кит Харрингтон и Эмилия Кларк прибыли в Исландию. Куда еще должны были прилететь Бриенна, Тормунд, Джорах, Сэм, Подрик и Джендри? В итоге слухи о прибытии остального каста оказались ошибочными. По данным местной прессы, Джон, Дайнерис и еще несколько статистов снимались на юге страны. Съемки продолжались всего лишь несколько дней. Эмилия и Кит были замечены в аэропорту Исландии в понедельник, а уже в четверг король Севера ожидал в аэропорту обратный самолет. Ранее зимняя Исландия использовалась для съемок сцен за стеной. Но учитывая, что король ночи с армией мертвых уже не за стеной, непонятно, зачем Джону и Дейенерис туда отправляться. И если учесть, что сцена будет короткая, то можно предположить, что доберутся они туда на драконах. Джон оседлает дракона? Помощница режиссера Мигеля Сапочника разместила у себя в Инстаграме фотографии с Исландии. Можно с большой вероятностью предполагать, что съемки велись именно на этих локациях. После Исландии съемочная группа «Игры престолов» прилетела в Хорватию. Там, как и в Исландии, съемки прошли очень быстро, всего лишь 3 дня. Но в отличие от них, здесь удалось запечатлеть несколько интересных фотографий. Но обо всем по порядку. В Хорватии были замечены Лена Хидди, Хафтер Бёрнсон, Кит Харрингтон и статисты в костюмах Королевской гвардии, золотых плащей и дозорных. Над сценами работал режиссер Дэвид Наттер, который снимает 1, 2 и 4 серии, и главные продюсеры сериала и режиссеры 6 серии Дэвид Бенниф и Дэн Уайс. Съемки шли на башне Минчетта и форте Бакар. Во время съемок на башне Минчетта папарацци удалось сделать несколько фотографий Джона Сноу. На этом фото у него старая прическа, волосы распущены и нет длинного когтя. Если искать и придавать какой-то смысл прическе Джона, то можно предположить, что он вернулся к старому образу, так как потерял свой статус короля. Если вы забыли, то он начал собирать волосы в пучок после того, как его признали королем. На следующем фото с этой же серии мы видим, как Джон в компании человека в черном, вероятно брата ночного дозора, спускается по лестнице. Можно предположить, что Джон второй раз прибыл в Королевскую гавань, чтобы все-таки убедить Серсею присоединиться к его борьбе, а брат ночного дозора должен рассказать ей о падении стены. Есть еще одно такое же фото, но на нем у Джона волосы снова собраны в пучок, и становится непонятно, какой же у него все-таки будет образ. Но если обратить внимание на задний план, то на одном из фото сзади есть человек, который портит вид, а на втором нет. Вероятнее всего, волосы будут распущены, так как на втором фото видно человека, который портит кадр. Скорее всего, это была репетиция. Также на одной из фотографий данной серии видно, как Дэн Уайс, один из продюсеров сериала, что-то рассказывает Киту Харрингтону. Некоторые зрители на одном из кадров заметили женщину с белыми волосами и предположили, что это Эмилия Кларк. Но из-за такого ракурса точно непонятно, кто это. Кроме этой фотографии, есть еще одна, с уже более похожим силуэтом Дейенерис. Но, к сожалению, из-за качества трудно сказать, Дейенерис это или нет. На следующий день, 8 февраля, фотографам удалось заснять съемочную команду в форте Бакар. Судя по фото, у Серсеи будет новый наряд. В отличие от прошлого, он содержит много золота, что более характерно для дома Ланнистеров. Но на нем нет мехов. А как мы помним, по 7 сезону в Королевскую гавань пришла зима. Скорее всего, это был первый снег, и реальные холода еще в столице не наступили. Возле Серсеи стоит Джон, он в своем обычном костюме. А далее максимальные спойлеры. Джон преклоняет колено перед Серсеей. Если честно, в это верится с трудом. Съемочная команда знала, что за ними следят, и вряд ли бы допустила слив такого огромного поворота в сюжете. Эта сцена, вероятнее всего, была поставлена специально для фанатов, чтобы подлить, как говорится, масло в огонь. На стенах развиваются знамена Ланнистеров. Королевская гавань все еще под контролем Серсеи. В Дубровнике, кроме башни Минчетта и форта Бакар, для съемок готовились еще несколько локаций. Например, гавань, с которой Серсея отправляла Мерцеллу в Дорн. Но, к сожалению, подсмотреть за этими съемками не удалось. В начале марта закончились съемки в Манигласе, Северная Ирландия, где стоят декорации Винтерфелла. И сейчас можно подвести некоторые итоги, что же мы знаем о событиях в Винтерфелле. Вокруг замка все усыпали снегом и выкопали ров, как будто готовились к осаде. Также возле стен можно было заметить требушеты. Уже были отсняты сцены с безупречными, у них копья с наконечниками из драконьего стекла. Но это все цветочки. Судя по фотографиям некоторых фанатов, Винтерфелл будет сожжен.
Неизвестно, правда, кем и как, но факт остается фактом. Главный замок Севера будет сожжен. Можно предположить, что это сделает Дейнерис, таким способом убив занявших замок мертвецов. Король Ночи или кто-то еще. Но судя по всему, битва за Винтерфелл будет эпичной, как по своим масштабам, так и по спецэффектам. По некоторым данным, в ее съемках принимали участие около 500 статистов. Примерно столько же статистов участвовало в съемках битвы бастардов и нападении Дейнерис на войско Джайма Ланнистера в серии «Трофеи войны». Несколько месяцев назад на сайте 4chan появился человек, назвавший себя статистом, сыгравшим на съемках в Манегласе солдата на службе у Карстарков. По его словам, перед битвой с ходоками безупречные зачем-то выйдут наружу и стены за ними забаррикадируют. Все стены укреплены шипами из драконьего стекла, из него же сделано оружие. Далее этот человек сообщает, что он сам снимался в команде с Браном, которого Тион возил на коляске, Лианой Мормонт и Карстарками. Защитой стены, по его словам, командует Тириан, а Сэм Велтарли и вроде бы Тормунд – защитой ворот. Внутри замка было очень много зеленых экранов. Символично, что Тирион командует защитой стены. Это, скорее всего, будет отсылка к его сражению на Черноводной. Слова статиста о шипах на стенах Винтерфелла подтверждаются фотографиями, которые сделали фанаты после того, как съемочная команда покинула площадку. На стенах действительно можно заметить какие-то дополнительные защитные механизмы. Также на этих фотографиях можно разглядеть окровавленные стены и бутафорские трупы безупречных. Территория вокруг замка, которую раньше усыпали снегом, теперь вся устелена трупами. Но, к сожалению, тяжело понять, чьи это тела. Будем надеяться, что большинство из них не безупречные. Интересно, почему статист не видел во время съемок Джейма, ведь он направился на север и, вероятнее всего, должен присоединиться к команде Джона и Дейнерис. Мэйси Уильямс в одном из интервью рассказала, что у них будет 12 недель ночных съемок. Из этого можем сделать вывод, что долгая ночь и вправду наступила, и часть событий финального сезона будет происходить в темное время суток. Также Мэйси упомянула, что перед съемками она проходила тренировки по бою на мечах. Это может означать, что она будет принимать активное участие в битве за Винтерфелл. Или же мы, как и в седьмом сезоне, увидим ее эпичную дуэль с кем-то из главных героев. Возле каменоломни Мегараморн, Северная Ирландия, где стоят декорации Черного замка, поставили два огромных зеленых экрана, а возле них землю покрыли снегом. В этом месте пару лет назад стоял город одичалых, суровый дом, который в пятом сезоне захватили белые ходоки. Также здесь снимали сцены со смертью Бейлана Грейджоя. На данный момент из съемок в Мегараморне есть несколько фото, но они плохого качества и точно сказать, что там происходит, невозможно. Но попытаться все-таки можно. Если хорошо приглядеться, то можно узнать силуэты безупречных. На других же кадрах можно увидеть всадников, но, к сожалению, непонятно, это дотракийцы или же белые ходоки. Лично мне кажется, что это дотракийцы. Стоит обратить внимание, что в Мегараморне нет каких-либо декораций, лишь огромные зеленые экраны, на которых снимают дотракийцев и безупречных. Скорее всего, там вели съемки битвы, причем в открытом поле. Начались съемки в Стэнфилде, Северная Ирландия. В прошлом году там вели съемки с Арьей, Сансой и Браном. Это были съемки сцен воссоединения младших Старков в Богороще. Непонятно, снимают ли они снова там сцены в Богороще или где-то еще. Но известно, что землю в лесу покрыли снегом. По словам очевидцев, в Стэнфилде уже проходили ночные съемки. Там было много дыма, и туда ехали автобусы с каскадерами и статистами. Предположительно, в этих съемках участвовал Кит Харрингтон. Там он записал поздравительное видео на день рождения американского баскетболиста Стивена Карри. Кроме Джона Сноу в ночных съемках участвовала и Мэйси Уильямс, она же Ария Старк, о чем она написала в своем инстаграме. Кроме них, судя по перемещениям актеров, в этих съемках участвовали Дейнерис, Тион и Джендри. Также некоторые очевидцы слышали звуки трубы, но скорее всего это звук рога, символизирующий о появлении врагов. В Белфасте, Северная Ирландия, на главной студии продолжают строить декорации Королевской гавани. По сравнению с прошлыми фото, случилось несколько изменений. Добавили две башни, между ними сделали пролом, затем в проломе сделали арку для ворот. Скорее всего, для съемок нужны будут декорации как ворот, так и пролома. В связи с этим появляется вопрос, кто и как выломает ворота столицы. Интересный факт. Стоимость строительства декораций Королевской гавани оценивается в 1 миллион фунтов. В Belfast Telegraph со ссылкой на свои источники утверждают, что после завершения съемок декорации не снесут, а откроют для туристов. Также там, возможно, будут снимать другие работы.
Кастинговое агентство Industry Casting анонсировало, что в начале марта Ребекка Ван Клифф повторно снялась в Белфасте для 8 сезона «Игры престолов». Ребекка является дублером Лены Хиди для откровенных сцен. Актриса снималась в сериале дважды – в финале 5 сезона, когда Серсея совершает свое покаянное шествие, и в начале 7 сезона, когда Серсея встает с кровати после ночи с Джейми. Любопытно, что примерно в это же время Ребекка Ван Клифф написала, что сидит сейчас в легкой палатке в далекой снежной стране, где работала с одной из лучших съемочных групп в мире. Значит ли это, что Серсея покинет Королевскую гавань? Или в этом сезоне Ребекка сыграет тело кого-то другого? Под деревенькой Карбет в Бенбридже, около студии Line & Mill, где раньше были выстроены декорации Риверана и стоят макеты двух кораблей в натуральную величину, установили зеленые экраны. Несмотря на сообщение о том, что декорации Риверана были разобраны, ворота с откидным мостом и символом форели все еще стоят. В декабре здесь снимали какую-то сцену с участием Теона и Яры. Долгое время здесь было тихо, но совсем недавно появилась какая-то активность. Несмотря на это, вероятно, съемки там пока не ведутся. Были подтверждены съемки в амфитеатре Италики, который использовался в 7 сезоне как драконье логово. Со съемками в Испании для финального сезона были некоторые проблемы. Верфь Лас Атарзанас, где снимали демонстрацию баллисты Киберна, хотели реставрировать это весной. Но позже испанская комиссия разрешила HBO снимать сцены в амфитеатре, а верфь начнут реставрировать аж в 2019, поэтому все в порядке. Дат никаких пока нет, но съемки 8 сезона заканчиваются уже где-то в июле, поэтому скоро узнаем. Несколько слов о касте и новых ролях. В 8 сезоне появится Гарри Брейк, который сыграет Северного Стражника в одной сцене в одном из эпизодов. Сцена будет с основным актерским составом, и она уже была отснята в декабре. Также ищут актрису с натуральным актерским стилем и со способностью импровизировать. Она должна будет сыграть молодую мать, 25-30 лет, бедную женщину в сложной ситуации выживания. Еще идут поиски на роль дочери 5-8 лет, ищут близняшек, так как законом запрещается использовать детей слишком долгое количество времени. Ищут актрис с умением импровизировать и с боевым духом. Акцент не уточняется, поэтому персонажи могут быть как с севера, так и с Королевской гавани. Съемки на роль пройдут 4 мая, 9 мая, 19 июня и 26 июня в Северной Ирландии. Персонаж появится в одном эпизоде в нескольких сценах. Стала известна роль актрисы Элис Ноукс. Она сыграет персонаж по имени Вилла в одном или нескольких эпизодах Дэвида Наттера, первая, вторая или четвертая серии. Девушек по имени Вилла в книгах было несколько, и неизвестно, кого точно авторы возьмут в сериал. Виллу Мандерли, Виллу-кормилицу Джона Сноу, Виллу, о которой Нед говорил Роберту как о матери Джона, или просто обычную девушку Виллу. Кроме этого, Watchers on the Wall сообщают о кастинге на роль военного стражника. Роль очень небольшая, но актер должен быть от 25 до 35 лет, в хорошей физической форме, с выделяющимся лицом и выглядеть как человек, который может за себя постоять в бою. Съемки с ним проходили один день, 2 марта в Северной Ирландии. Иэн Гленн, он же Джорах Мормонт, в новом интервью сказал несколько слов о финальном сезоне. «Всегда ожидайте неожиданностей». Так оно всегда было в сериале, и в 8 сезоне неожиданностей будет много. В следующем и последнем сезоне сир Джорах станет постоянной фигурой в узком кругу Дейнерис Таргариен, в то время как борьба между добром и злом подходит к великолепному финалу. В начале марта съемочная команда и актерский состав отмечали середину съемок финального сезона. Получается, что середина для них 19 недель, начиная с 23 октября. Если отсчитать еще 19 недель, то получаем дату 16 июля. Ранее некоторые актеры тоже упоминали, что съемки закончатся в середине лета, так что это, вероятнее всего, правда. Подтверждаются наши догадки о том, что Джейми примкнет к лагерю Джона и Дейнерис. На Дублинском кинофестивале, который проходил с 22 февраля по 4 марта, Николай рассказал, что немало работал с Лиэмом Каннингемом. А как мы знаем, Давос всегда сопровождает Джона, значит, с большой вероятностью Джейми прибудет в Винтерфелл. Также по инстаграму Николая некоторые зрители определили, что он направлялся в Манеглас, где, напомню, стоят декорации Винтерфелла. Одна из глав HBO, Франческа Орси, побывала на мероприятии в Иерусалиме и немного рассказала о финальном сезоне. Ее цитата. «Читка сценариев была замечательной. Под конец все были со слезами на глазах. Никто из актеров не получал сценариев до этого. И один за другим они принимали свою смерть».
Она, конечно же, немного приврала, актеры получили сценарий дочитки, но некоторые решили его не читать. В прошлых новостных выпусках я уже упоминал о реакции Мэйси, Эмилия и Лиама на события финального сезона. На что нам нужно обратить внимание, так это на часть цитаты Франчески, в которой она говорит, что актеры один за другим принимали свою смерть. Из этого можем сделать вывод, что финальный сезон будет богат на смерти главных героев, и финал вряд ли получится счастливым. И на этой не такой уж радужной ноте человек заканчивает свой ролик. Если он вам показался интересным, не забудьте поставить свой королевский лайк и подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. У канала есть группа во ВКонтакте и страничка в Инстаграм. Буду рад вас там видеть. Спасибо, что досмотрели до конца. Всем пока!